Паром с пассажирами на борту загорелся у берегов Таиланда. Огонь бушевал от носа до кормы корабля. В момент возгорания судно находилось в 2 километрах от побережья Эйюнанга. Инцидент произошел 8 апреля 2015 года. По словам представителей морской полиции, судно в этот момент проходило мимо острова Мет, примерно в 2 километрах от побережья Эйюнанга, между 2 самых популярных пляжных курортов Таиланда. На борту находилось 107 взрослых пассажиров и 10 детей. По словам капитана парома, пожар начался в моторном отсеке. Услышав звук взрыва, командир корабля отдал приказ надеть спасательные жилеты. Однако прыгать в воду, согласно его рассказу, пассажирам не пришлось. Лодки спасателей и добровольцев появились на месте событий достаточно быстро. Позже, после расследования крушения судна, газета Bangkok Post сообщила, что прыгать в воду все-таки пришлось туристам. В спасательной операции приняли участие сотрудники морской полиции провинции Краби, персонал национального парка Напаратхара и 10 рыболовных и скоростных катеров бросились к месту происшествия и спасли пассажиров, доставив их в Эйюнанга, где спасатели ждали, чтобы переправить всех раненых в больницу. Совместными усилиями с борта судна были эвакуированы и доставлены в ближайшие больницы 115 человек. Смерть одного из пассажиров подтверждена. И еще водолазы искали 12-летнюю девочку, которая числилась пропавшей без вести. Шкипер парома, капитан Вираджа Трапарн, 51 год, из Краби, сказал, что в машинном отделении произошел взрыв, после чего он сказал пассажирам надеть спасательные жилеты. По его словам, другие лодки прибыли на место происшествия быстро, и пассажиры смогли перебраться с горящего парома на другие лодки. Огонь сжег паром до ватерлинии, после чего затонул. 12-летняя израильская девочка погибла при пожаре на пароме во время празднования своей бат-мицвы во время семейного отдыха в Таиланде, у юго-западного побережья страны. Как сообщает канал 2, девушка, имя которой изначально не разглашалось, была заперта в туалетной кабине и не смогла сбежать, пока шла эвакуация лодки. Полковник полиции Сомпанг Тип Апакул ранее сообщил Associated Press, что 12-летний западный ребенок пропал. Как предполагалось, его подобрала другая лодка, направлявшаяся на Пхукет. Присутствовавший на месте аварии израильский спасатель сообщил второму каналу, что девочка умерла от отравления дымом. Израильская семья прилетела в Таиланд на пасхальные каникулы, чтобы отпраздновать бат-мицву девочки. Должностные лица проверяли списки пассажиров, чтобы идентифицировать пропавшую девушку и мертвого человека. 9 апреля власти заявили, что пропал без вести только один человек, предположительно мертвый. Ее назвали Шани Марил, 12 лет, из Израиля. Официальные лица Министерства иностранных дел и посольства Израиля в Таиланде занимались расследованием инцидента. Позже выяснили, что во время путешествия со своей семьей девушка пошла в туалет как раз перед взрывом в моторном отсеке и первыми криками «Огонь!». В тот же день должны отправиться домой мама, папа, двое братьев с девочкой в Израиль.